Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія» на телеканалі «Миколаїв». В студії для вас працює Віолетта Артюнян. І сьогодні у нас в гостях начальник управління Державного агентства рибного господарства Миколаївській області Михайло Синиця. Вітаємо вас, Михайло Миколаївич, у нас в гостях. Здравствуйте, спасибо, що пригласили. Почнемо з вами про реформи, які у рибному господарстві відбуваються. Розкажіть, будь ласка, їх базу и что они с собой представляют. Сегодня действительно происходят реформы в агентстве рыбного хозяйства. Создан новый орган, еще имеет название Николаевский рыбоохранный патруль. В том числе эти органы созданы по всей стране. И в первую очередь они собой несут задачу качественного улучшения рыбоохранной деятельности. Открытости, в том числе и прозрачности. Ну вот, как бы, собственно говоря, такие цели и задачи нам поставлены, и мы с этими задачами сегодня справляемся. Какие проблемы возникают, и в том числе у цих реформах? Ну, проблемы только всегда как вызов, знаете, как мы с ними боремся и их решаем, но в первую очередь это материально-техническое обеспечение, потому что часто очень декларируют о том, что вот там нас оснастят там новой техникой, новыми катерами, дадут достаточное количество топлива. Но, к сожалению, реформа длится 2 года. Я на этой должности чуть больше 10 месяцев. И этот процесс крайне-крайне медленно идет. Хочу сказать, что вот на сегодняшний день только нами проведен тендер на покупку горюче-смазочных материалов. Вот до этого наши инспектора осуществляли рейды свои пешим ходом, так называемым. И без плавсредств, которые тоже искусственно затягиваются, переоформление, ну, к сожалению, так и есть. Причем это все происходит, скорее всего, уже сознательно, насколько мы понимаем. Для того, чтобы как бы какие-то коррупционные действия продолжать. Все-таки сегодня с моим приходом в Николаевскую область нарушены зоны комфорта для многих чиновников, в том числе и для представителей правоохранительных органов. Моя позиция принципиальна, и я буду в этой позиции идти до конца, чего бы мне это ни стоило, потому что хочу показать, что качественно другая работа может быть. И на сегодняшний момент нам удается что-то уже поломать, какие-то преступные коррупционные схемы, но тем не менее они, к сожалению, мы с каждым днем сталкиваемся с этой проблемой, с противодействием, в том числе и правоохранительных органов, в том числе различных правоохранительных органов. Опять-таки, возвращаясь к тому, что у нас возник там такой небольшая неурядица с национальным парком Белобережье Святослава, который находится на Кимбургской косе. А там, насколько всем известно, проводится незаконный вылов креветки, причем в колоссальных масштабах. И когда мы только пришли туда, у нас существует еще одна проблема по перераспределению зоны контроля. Сегодня Николаевский рыбоохранный патруль контролирует территорию Николаевской области, а морское побережье в 100 метрах от уреза воды. То есть мы к воде не имеем отношения. Это специально было сделано для тоже в том числе коррупционных каких-то действий, насколько нам сегодня это представляется, мы видим. Потому что эффективность работы по всему побережью, создание Черноморского бассейнного управления с одной машиной и с одним катером, который мы выделили изначально, ну, мы с вами понимаем, что это как бы утопично в плане осуществления контроля за этой территорией. Да, это разгул браконьерства, да, это ну, в полный рост коррупционной составляющей. Но, тем не менее, сегодня им уже еще выдали 3 машины, слава богу, у них еще уже 3 машины есть. То есть, может быть, они побережье от Вилково до Скадовска будут охранять, и думаю, успешно. Ну, на самом деле, как бы без доли сарказма могу сказать, что эта работа уже была неоднократно, точнее, эта схема была уже неоднократно неоднократно как бы сделана, но тем не менее она никакого успеха не принесла. Ну, это еще раз, еще одна, к сожалению, ошибка. Ну, кто-то принял такое решение, наверняка он за это решение, ну, как бы будет нести определенную ответственность. Вот, к сожалению, такая ситуация есть. И вы на посаде
10 місяців на цій посаді – це доволі невеличкий термін, щоб встигнути щось зробити. Але все ж таки, що ви вже встигнули зробити? Які є плани на майбутнє? Я знаю, що відкрили вже декілька постів для інспекторів. Розкажіть, будь ласка, детальніше це. Да, смотрите, за время, за период нашей работы уже в этом году, за первое полугодие, по результатам Агентства рыбного хозяйства, по статистическим данным, мы сегодня входим в состав лидеров вообще. А если по многим показателям, по многим, еще раз отмечаю, по многим, мы лидеры вообще по всей стране. И при том, еще раз хочу подчеркнуть, что мы это все сегодня осуществляем, к сожалению, пешим ходом. То есть у нас поздно переоформились машины, хотя тоже наш автотранспорт, ну, хочется, чтобы он был более правильный, а не то, что нам как бы передали в таком состоянии, в котором ну, крайне тяжело осуществлять все эти рыбоохранные мероприятия. Поэтому как бы гордиться есть уже чем сегодня, правда есть, но это все основано в том числе и на том, что мы привлекаем общественность. Потому что, к огромному сожалению, есть такие проблемы, еще раз возвращаясь к тому, что браконьерство сегодня захватило очень многих, в том числе и правоохранительные органы, работников правоохранительных органов, которые, к сожалению, к своему, прошли аттестацию, переаттестацию, да, люстрацию и все остальное, но тем не менее, как бы, ну, решили, что нужно еще этим позаниматься. Вот. И есть препоны какие. Нам отказывают в планах совместных действий, в том числе и с прокуратурой, хотя мы до этого, я общался с прокурором области, он мне говорил, что полностью вся поддержка с нашей стороны. Но тем не менее, к сожалению, на сегодняшний день, ну, есть такая тенденция, что нам отказывают. И эти присылают бумаги с отказами, что ну, мы с вами сотрудничать как бы не будем в этой части, мы не хотим. Потом то же самое с Белобережьем Святослава, то же самое с Южноукраинской атомной станцией, у них есть прудоохладитель на Ташлыке, и, к огромному сожалению, оттуда выходит рыба. Это технический водоем, и там действительно много очень рыбы, и рост рыбы очень интенсивный, потому что там как бы температура воды всегда выше, но там организованы сегодня браконьерские бригады. Это режимный объект, который охраняется Южноукраинской атомной станцией. Но, тем не менее, они не хотят с нами сотрудничать в этой части. Почему? Потому что это тоже какая-то монетизация, тоже коррупционная составляющая. И они с удовольствием, как бы, наверняка это прикрывают дело. Ну, хотя сложно понять, почему и с какой целью. Потому что рыба с этого водоема, она непригодна для еды. Но она поступает в том числе и на прилавки, и также впоследствии на столы жителей Николаевской области. Причем она несет, ну, очень большую угрозу. До речі, у нас є відеоматеріал мого колеги Олександра Гордієнка про браконьєрство в місті Миколаєві. Будь ласка, давайте подивимось. Все, що стосується води, завжди було справою прибутковою, але не завжди законною. Від квітня діє заборона на вилов риби. Втім, ані великі штрафи, ані притягнення до адміністративної відповідальності не лякають браконьєрів. Сьогодні зранку чергове затримання на Телігульському лимані. При задержанні виявили 20 орудій лова, тобто сіті лєскові капронові, резинова лодка і 90 кг виловленої риби. Риба бичок в кількості 1752 штуки. Окрім риби, у правопорушників вилучили снасті та гумовий човен. Складені два адміністративні протоколи. Ступінь провини далі вирішуватимуть фахівці, адже справи будуть передані до Березанського районного суду. Весь окремий, смотрите, весь. І от знаходяться люди такі, які не можуть здержатися, от лезуть, видите, куди, скільки погибло малька, скільки. З початку заборони інспектори Миколаївського рибоохоронного патруля вже зафіксували 115 порушень. Збитків завдано державі на 160 тисяч гривень.
Уровень достаточно неплохой, несмотря на то, что Николаевский рыбоохранный патруль на две трети состоит из новых сотрудников, это новые инспектора, набранные в результате открытого конкурса, практически с улицы. То есть они здесь учатся, старый состав, который некоторые из старого состава инспекторского люди также попали к нам работать, все свои знания они передают молодому поколению. Інспектори перебувають на цілодобовому чергуванні, тому і далі на варті охорони водойм Миколаївщини. Цей відеоматеріал Олександр знімав у травні місяці поточного року, але сьогодні вже липень і пік сезону літнього, коли температура підвищена. Михайло, скажіть, будь ласка, наскільки це небезпечно, бо риба вже не пригодна для користування людей, але все ж таки вона потрапляє на ринки? Ну, к сожалению, есть такая угроза задухи в этом году. И действительно, высокая температура, температура воздуха, температура воды. Мы над этим вопросом очень пристально за этим вопросом следим. И еще очень огромная проблема уровня воды. То есть воды не хватает, сброса. Вплоть до того, что вообще ходят такие разговоры о том, что в этом году эта проблема будет, наверное, впервые за все время независимости Украины. Ну, посмотрим, как она будет решаться. То есть мы стараемся и доказываем всем, что уровень воды должен быть выше. Чи передбачені якісь санкції за порушення законодавства людей, які займаються браконьєрством? І які саме? Ну, конечно, предусмотрены эти санкции. И я неоднократно говорил своему руководителю, в том числе о том, что эти санкции должны быть пересмотрены, повышена ответственность за незаконный вылов. Потому что проблема очень серьезная, рыбы становятся все меньше, меньше и меньше, они давно не пересматривались, и люди должны нести гораздо серьезнее ответственность, чтобы не было желания там, нарушать закон в этой части. А какие виды рыбы мы имеем в Миколаевской области? Их достаточно много, но, к сожалению, к огромному на сегодняшний день многие аборигенные виды рыбы пропадают, просто исчезают. Это все связано в том числе и с тем, что затянулась немножечко у нас реформа. Мы реформируем, агентство, точнее, реформирует уже 2 года структуру. Ну и опять-таки, тут чисто человеческий фактор, когда люди понимали о том, что завтра не могут не работать в новой структуре, ну и шли там сознательно на какие-то губительные шаги для природы. Но сегодня мы очень успешно провели нерестовый период. Мы помогли отдохнуть водоем, помогли восстановиться рыбным запасом. Очень часто много активистов к нам обращаются с благодарностью, с тем, что видят очень много малька. Ну, надеемся, что год, два, три, и если так будем продолжать, то природа сама восстановится, по крайней мере. Но, тем не менее, нужно помогать. И в этой части нами разработана целевая программа по воссозданию снова рыбных запасов в Николаевской области. Она находится на рассмотрении сегодня облрады. Вот, но тоже ходят такие услухи о том, что нам ее не хотят как бы согласовывать. При том, что распределители средств не мы вообще, то есть мы к деньгам отношения никого не имеем. Мы говорим о том, что в первую очередь это должно иметь социальный эффект. Ну, естественно, какой-то продовольственный запас области. Ну, пока, видимо, есть на что больше тратить деньги, хотя, откровенно говоря, продовольствие – это всегда стратегическое сырье для любого государства. Это очень важно. Причем при том, что хочется получать качественную продукцию, вот как вы отметили, что на стол попадает и некачественная продукция, за вполне вменяемые разумные деньги. Потому что, ну, чего тут говорить, это никому не секрет. Сегодня рыба, особенно такие интересные сорта, они ну, не под силу для многих жителей области. Так, хотя сегодня я могу сказать так, что Николаевская область имеет просто огромнейший потенциал, огромнейший. Я общаюсь постоянно с наукой, мы говорим о том, что имея такие водоемы, имея такие условия, да, температурные режимы, тут можно развиваться, и ну, это просто колоссально. Так, як ви вже зазначили, Миколаївська область має дуже багаті водні ресурси, це дві річки, водойми і так далі.
Чи є у нас приватні підприємства, які займаються вирощуванням риби? Да, є такі підприємства, к сожалению, огромному теж, ну, це вже вопрос такой національний, наверное, не так як агентство рибного хозяйства, как и к остальным органам исполнительной власти по развитию всего этого. Была программа целевая 2012-2016 развития рыбного хозяйства. Но и в этой программе было указано четко о том, что создать условия для осуществления такой деятельности в любой области. То есть, другими словами, скажем так, да, вот есть люди, которые действительно желают, и я общался не так давно, буквально вчера тоже в том числе, общался с человеком, который занимается промыслом рыбным. Ну, да, тяжело, рыбы нету, а затраты на нее большие, рыбалка это сегодня уже, сегодня стала, к сожалению, как лотерея, потому что повыбивали до этого очень много рыбных запасов. Вот, и мне говорит человек, говорит, я готов был бы заниматься выращиванием рыбы. Но тут же тоже возникают проблемы. Да? От того, что найти нужный участок, до всех документов разрешительных и так далее и тому подобное. Ну и, как вы сами знаете, сегодня вот, не совсем у нас стабильно в этом вопросе. Ставятся сразу же преграды, препоны. Да? Тут тоже какие-то коррупционные составляющие. Человек подумает себе, ну смысл, я сейчас это все сделаю, вложу большую инвестицию, ну а каким образом дальше будет, непонятно. Хотя все приходят к такому мнению, что выращивать сегодня это интереснее, сегодня это выгоднее. Ну и, естественно, это будет доступнее, потому что рынок будет насыщен и, соответственно, будет доступнее на прилавках для жителей області. Є ще одна проблема у нас в Миколаєві, зокрема, це коли на березі річки господар будує собі будинок і огорожує цю частину берегу і будує там собі мостик, щоб займатися риболовлею. Чи взагалі можливо таке викупити частину там річки і займатися риболовлею? Ні, це абсолютно невозможно. Общегосударственные объекты, но это, к сожалению, вопрос не к нам, да, этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, поэтому тут, ну, да, мы это наблюдаем, но только мы можем наблюдать и говорить о том, что это неправильно. Повлиять на эту ситуацию, к сожалению, мы не можем, сегодня это не входит в нашу компетенцию. Повернемось до гарних новин, що у вас розвивається інспекція і будуються нові пости для інспекції, що гарно впливає на роботу. Я хотіла би показати відеоматеріал одного з наших журналістів Євгенії Голубової про відкриття постів в Миколаєві. А ви вже далі прокоментуєте. Будь ласка, дивимось. Завдяки волонтерам, активістам та громадським діячам був побудований трейлер. Цей затишний закуток стане співробітником своєрідною домівкою, адже кожного дня та вночі вони несуть свою службу. Щодня ловлять браконьєрів та прибирають незаконні сітки. Розташування такої споруди на території Южноукраїнська має свої приваги. А сам пост Гардовий отримав історичну назву місцини, на якій розташовується. Поможе тим, що сотрудники можуть здесь отдыхать, здесь какие-то передышки делать, да, и отсюда очень удобно выходить на патрулирование Александровского водохранилища. Это историческое название местности, и это наша дань истории. Дві кімнати, вітальня та спальня на двох, а також кухня. Тут є все, аби зігрітись, відпочити та перекусити. Станіслав вже 2 роки працює в рибоохоронному патрулі. Розповідає, що така будівля йому та його побратимам до вподоби. Та зазначив, що такі споруди потрібні по всій області. Ну, таких постів побільше бажала б душа, тому що працюємо, рейдуємо по всій області, і їх взагалі немає таких постів приїхати, ну так, відпочити, випити кави. Він дуже допомагає, корисний для нашої роботи. Через 2 тижні подібну споруду відкриють в Новопетровську, Новоодеського району. Ну и думаю, что этим не ограничится, мы будем дальше ставить. Это очень хороший пример для общественности, для громады, для того, чтобы заботиться уже о защищать свои водные биоресурсы. Ми побачили дуже гарні умови для інспекторів. Це перший пост, це був дебютний такий. Скільки ви ще плануєте побудувати, в яких районах? Ми відкрили ще один пост
на Петровском. Мы планируем сейчас в Иланце открыть пост. Мы планируем в городе несколько постов открыть. И думаю, ну чем больше, тем лучше, потому что тут все наши результаты, о которых мы говорили раньше, они все, конечно же, не без помощи общественности. Потому что нам общественность сегодня крепко помогает. Находиться нашим 20 инспекторам, 4 оперативникам на воде постоянно на такой большой территории области, это проблематично. Поэтому общественность сегодня реагирует, и нам поступают информация, мы быстренько ее обрабатываем, и сразу же очень-очень много эффективных было задержаний после всего этого. И пользуясь такой возможностью, я еще раз хочу обратиться ко всем небезразличным людям, жителям области, что если есть какие-то случаи, то, пожалуйста, у нас есть телефон горячей линии, есть телефон также линии доверия, потому что возникали вопросы по поводу там каких-то коррупционных составляющих. Я это пресекаю жестко, у меня позиция едина, никаких денег быть не может, только исключительно польза народу Украины, все. Я думаю, що наші громадяни дослухаються до вас обов'язково, якщо це помітять, де й саме не будуть порушувати законодавство. А як керівництво ставиться до таких відкриттів, до покращень у житті інспекторів? Ну, руководство, как бы, эта идея, честно говоря, была наша, и она впервые вообще за всю историю рыбоохраны. Тобто в інших областях такого нема? Ну, мы начали первыми, мне пока неизвестна такая информация, есть ли еще где-то или нет. Но за всю историю рыбоохранных органов открытие вместе с общественниками, это происходит впервые. Ну, мы попробовали, у нас очень хорошо это получилось. У нас была напряженная ситуация сначала на Александровском водохранилище. И была такая инициатива с моей стороны, я предложил общественности, говорю, давайте вместе сделаем для того, чтобы, ну, вместе осуществлять рыбоохранную деятельность вместе с вами. И все получилось очень хорошо. Мы сделали это в Новопетровке. Сегодня, еще раз хочу повториться, в Иланце у нас такая же ситуация. Ну, люди принимают участие непосредственно в этом. И, конечно же, было до этого крайне тяжело, когда они видели, это все происходило на их глазах, уничтожение биоресурсов, незаконный вылов, и они ничего сделать не могли. Они делали замечания, но, понятное дело, как реакция была, ну, мягко говоря, там, никакая, но тем не менее. Поэтому руководство, конечно же, относится к этой идее очень интересно, говорят, ну, что это очень неплохо, нас поддерживают в этой части, ну, тем не менее, в некоторых частях, наоборот, не поддерживают, ставят препоны какие-то. Но мы как-то с этим сегодня в этих условиях нам приходится выживать. Хотя, если честно, то хотелось бы, конечно, чтобы прислушивались. Потому что независимо от того, что есть решение там главы агентства, есть же еще какие-то там корректировки, которые мы снизу можем подсказать. Не всегда, к огромному сожалению, к нам прислушиваются. И декларируя о благих намерениях и борьбе с коррупцией, нам назначают заместителя начальника управления, человека, который проходит по уголовному делу. Его разговоры телефонные слушаются в суде, в которых он признается в коррупционных действиях. Но, к сожалению, понимаете, как декларировать одно, а назначать это совершенно другое. И это в данном случае как бы двойные стандарты, которых, ну, я не придерживаюсь. Я сегодня крайне неудобный руководитель, потому что у меня есть принципиальная позиция, и я эту позицию буду отстаивать от начала до конца. От того момента, как я пришел, до того момента, сколько мне здесь еще предстоит побыть. У вас довольно складна работа, и визначити, що найголовніше, що перше треба зробити, доволі складно. Скажіть, які пріоритети ви ставите у своїй роботі? Чесність, відкритість. Це мої пріоритети. Открытость общественности. Принимаю всех абсолютно без исключения. Мой телефон передают из рук в руки и говорят, мы знаем вашу принципиальную позицию. Ну, вот как бы... Какие вот, планы на будущее? Что треба в первую очередь сделать? Ну, в первую очередь, я считаю, что нам надо улучшить материально-техническую базу. Ну и все, мы как бы работаем и будем продолжать работать. И я вам хочу сказать так, рыбоохрана, а все вот эти мелиоративные какие-то мероприятия, это тоже очень-очень важно, потому что восстанавливать, природа, конечно, терпит пустых мест, но восстанавливать биоресурсы, это достаточно небыстрое мероприятие, поэтому зарыбление, работа такая,
Ну вот как бы основные такие вот моменты первоначально я определил. Ну а там в процессе, конечно, много различных мероприятий, которые могут повлиять на ситуацию в общем. Потому что это должен быть комплексный подход, не бывает только одного. Да, но мы сегодня боремся, очень эффективно боремся с браконьерством. Но, тем не менее, восстанавливать надо еще другими методами. У вас гарні плани на майбутнє. Мені дуже подобається, що ви започаткували, можна сказати, саму нас в Миколаївській області ці пости. І це дає змогу Миколаївщині бути ще на одну ланку вище, ніж інші області. Я сподіваюся, що наші громадяни будуть свідоміші і не будуть займатися браконьєрством. Бо це наша з вами природа, і це дуже важливо. Я вам бажаю успіхів. Нехай все у вас дасться, вам терпіння. І головне, щоб вас розуміли. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні були з нас в гостях. А я нагадаю, що у нас в гостях був начальник управління Державного агентства рибного господарства Миколаївської області Михайло Синиця. А час плине, і нашій програмі йде кінець. Ви дивились «Гарячу лінію». Для вас працювала Віолетта Ордюнян. До зустрічі на телеканалі Миколаїв.